Красный трибун на таблице. Игорь Овсянников. Красноярский край, параллельный зачет, Амурская область. Академия борьбы имени Дмитрия Мендиашвили. Тренируется под руководством Виктора Райкова. На ковре А победу одержал Магомед Магомаев, Брянская область. Приглашается весовая категория до 125 килограммов. Павел Кривцуш, Кемеровская область, Кузбасс. Никита Хабаров, Республика Саха-Якутия. Борец в синем трибуне Бады Мамады Самдан представляет Республику Сива, спортивная школа Олимпийского резерва Ани, город Кызыл. Тренируется под руководством Александра Чадамбы, первый тренер Монгуш Камчалак-Тычи. Врач. Кузбасс, мастер спорта международного класса, первый тренер Андрей Остроухов. На данный момент тренируется под руководством Владимира Секрецова, Сергея Букмелева. Призер чемпионата России, обладатель Кубка мира. Его соперник, борец в синем трико, Никита Хабаров, мастер спорта, Центр спортивной подготовки «Триумф», Республика Саха-Якутия. Тренируется под руководством Алексея Некрасова. Врач, подойдите к руководителю ковра. Давай, работай.
من راخی زور دیگه آندری راخی زور دیگه راخی رکخ تیاز بر بود چه Rockies, Kartei. Wie geht's? Da, da. 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 Вази 20 секунд позади. Ай вас. На ковре Б победу одержал Руслан Кубанов. Карачаево-Черкесская республика.